Ален Делон попросил усыпить и похоронить вместе с ним его собаку. Родственники отказались это делать. Французский актер не хотел, чтобы его 10-летняя овчарка Луба страдала и скучала после его смерти, поэтому он пожелал, чтобы собака покоилась рядом с ним. В интервью одному издательству он сказал: «Если я умру раньше, попрошу ветеринара, чтобы мы ушли вместе. Предпочитаю сделать это, а не знать, что он умрет на моей могиле, страдая об этом». Родственники Делона отказались выполнять эту просьбу. Они заберут животное к себе, потому что эта собака – часть их семьи. Ален Делон был зоозащитником. За всю жизнь у него было более 50 собак. 35 из них похоронены на территории часовни в коммуне Души на севере Франции. Актера похоронили там же. При жизни он просил не устраивать пышных церемоний в свою честь. А что вы думаете по этому поводу? Должна ли собака уйти вместе с владельцем или имеет право на жизнь?